Так, что здесь у нас? Презентация по химии. Надо доделать. Ого, молния. В апреле, ничего себе. Сознание потеряла и упала. Да что со мной за ерунда? Соф, иди скорее сюда! Ага, ща. Софа, ну иди сюда скорей. И воды, пожалуйста, налей. Соф, ты мне сестра или не сестра? Не слушаешь меня с утра. Ну, хочешь, буду мыть посуду, я. Хотя сегодня очередь твоя. Погода на улице ужасная. Дождь, гроза, кошмар. Чего валяешься-то? Саш, ты что звала-то меня? Я английский делала, ты меня отвлекаешь. Соф, не поверишь, что сейчас было. Шла гроза, меня убила. Стихами я заговорила, как Пушкин, великий наш поэт. Ай! Саш, тебе уж сколько лет, а врать ты так не научилась. Наконец-то, Саша, обленилась. Не забывай, мне надо в магазин идти. Пока, счастливого пути. Ой, стой! Ты тоже заразилась. Стихами стала говорить. Как дальше нам с тобой жить? Дотронулась до лба ты моего. Да, что-то руку мне свело. Как будто током вдарило меня. Ага, какая-то фигня. Все, пойду я сейчас немного погуляю. А то дома я от скуки помираю. Хм, стихами ты прикольно говорить. Как жить? Да так и будем жить. А что мы вечером родителям расскажем? Как правду это мы с тобой докажем? Да выкрутимся как-нибудь. Ты хлеба только не забудь. И чипс тоже захвати. Ну все, давай, иди, иди. Сов, что произошло с тобой? Смеялись сегодня надо мной. И Даша, и Алена, все смеялись. Вот завтра в школе мне они попались. И ты все так же говоришь стихами. Вот это да. Что дальше будет с нами? Девчонки, привет, я дома. Так, я не понял, а почему посуда до сих пор не вымыта? Чья сегодня очередь мыть посуду? Ты, пап, не беспокойся и прости. Устал, наверное, с пути. Иди немножечко поспи, ну или телек посмотри. А мы все быстро уберем, посуду вымоем и суп тебе нальем. Давайте признавайтесь, что натворили. Тройку по географии или разбили опять что-нибудь? Поверь, я так тебя люблю. Ты не дотрагивайся, главное, до нас. А то ты заболеешь в тот же час. Ты спросишь, чем? Синдромом Пушкина, поверь. Ну вот, ушел. Захлопнул дверь. Смотришь ли ты гулять один? Да, в последнее время я что-то довольно часто стал попадать в такие ситуации, когда я занят, и мне просто не с кем идти гулять. И знаете, пожалуй, круто гулять одному. Я подумал, что у вас накопится достаточно количества вопросов, и я решил заснять вопрос-ответ. Все поддала, чтобы встретиться мне с ним. Ты знаешь, Соф, ни с кем он не сравним. Да, я согласна, классный мальчик. О,
Ого, да ты влюбилась, зайчик. Но план с ним встретиться навряд ли исполним. Ведь он крутой, а мы кто? Здесь сидим. А как его зовут? Ведь это псевдоним. И что он означает? Ну-ка, объясни. Ты что, не в курсе? Дима, Дима, он. Его ж все знают. Завтра миллион случится на его YouTube-канале. Исходка будет. А давай? Погнали! А где? Ты знаешь? Я, конечно, за... Все лишь бы увидеть свет в твоих глазах. Да это не проблема разузнать. Лучше подумаем, что завтра будем надевать. Мы все так долго ждали его в вашем городе. И вот он здесь. Самый популярный российский видеоблогер Скрилл Дон. Я знаю, что вы безумно долго ждали этот день. И вот он настал. Сегодня вас ждет автограф-сессия, фотосессия, а также мое выступление. Я предлагаю фотографию. Девчонок сколько с ним, автографы им раздает. Смотри! Да, рядом с ним еще охрана. Он в жизни лучше, чем с экрана. Давай придумаем, как подойти поближе. Пойдем вон там вон встанем. Саш, ты слышишь? Да иди, я здесь тихонько постою. Здесь лучше будет слышно интервью. Привет, а ты чего грустишь, тут не подходишь? Я тут стою, смотрю, как ты с ума девчонок сводишь. Да ладно, ты чего, пойдем. Подождите, подождите, расскажите себе. Стой, ты куда? Здорово, братан. Здорово. Чего не пришел-то? Я тебя ждал. Сори, чувак, я вчера опоздал, вообще никак не мог. Как все прошло? Я, короче, пришел, а там уже не было никого. Смотри, там рюкзак кто-то оставил. Фанатки, наверное. Тут, короче, что там? Паспорт. Айфон. Слушай, а погнали вернем его владелице? Симпатичная девчонка. Кстати, если верить прописке, она живет недалеко. Не, чувак, вот знал бы ты, какую я сегодня видел. Вот она красивая. Чувак, ну ты хоть телефончик взял? Надеюсь. Да какой телефончик? Она так внезапно ушла, что я даже ничего сделать не успел. Я все остальное время только о ней думал. Кирилл, сгоняй сам, пожалуйста. Мне сейчас вообще ни до чего. Настроение на нуле. Да не загоняйся ты так. Вокруг тебя столько красивых девчонок вертится. Ну реально, грех жаловаться. Не поедешь, да? Ладно, давай я сам сгоняю.
На созвоне. Паспорт забыл. Принеси, пожалуйста, чтобы я не разувался. Чувак, так это же она! Та самая девчонка! Чувак, это она! Чувак, стой, сейчас, 5 секунд, подожди, я оденусь, вместе с тобой поеду. Все, чувак, все, давай, выходи, ну что встал, пойдем, сейчас опоздаем, какой-нибудь другой парень к ней придет. Все, пошли. Маша растеряша. Спасибо, но я Саша. Приятно познакомиться, Саша. Давай, может быть, завтра сходим куда-нибудь погулять? В кино или в кафешку? Ну, я подумаю. Подумаешь? Ну да, что за спешка? Подожди, а как же я узнаю о твоем решении? Вот номер мой. На днях мне набери. Все, с уважением. Вот эта девчонка. Огонь просто. Не, ну ты видел? Неприступно прям. А, держи меня! Чувак, ты чё ты? Добрый день, Александра. Хочу поинтересоваться, не надумали ли вы немножко порадовать Скриликс Дока и провести завтрашний день в его скромной компании? О, сразу видно ваше супервоспитание. Да ты настойчиво смотрю. Ну что ж, пойдем. Ну как сюжет вам? Правда бьет ключом? Присаживайтесь, пожалуйста, за этот столик. Давай я тебе помогу. А, нет, не надо, спасибо. Смотри, твой ролик. Окей. Спасибо большое. Саш, ты что будешь? Выбирай все, что хочешь. Ага, сейчас тогда свой взгляд сосредоточу. Слушай, мне кажется, ли ты всегда отвечаешь в рифму? Ты такая талантливая, так мгновенно говоришь и отвечаешь стихами. Как вкусно пахнет от тебя духами. Ну вот опять. Скажи мне, это дар такой? Да, это дар. Он от рождения со мной. Могу, конечно, и прозу говорить, но прикольно так. Давай дружить. О, я тебе тоже в рифму ответил. Вадум. Саш, будь моей девушкой. Я увидел тебя и понял, что это любовь с первого взгляда.